Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 14, упражнение номер 53. Сумма двух чисел равна 111. Одно из слагаемых в два раза больше другого. Назови эти числа. Для того, чтобы узнать эти числа, мы должны сначала 111 разделить на три равные части. 111 раскладываем на два слагаемых, 90 и 21. 90 делим на 3, получается 30, и 21 делим на 3, получается 7. 37 равна каждая часть. Чтобы узнать, чему равно второе больше слагаемое, оно в два раза больше, нужно 37 умножить на 2. 30 на 2 – 60, и 7 на 2 – 14. 60 плюс 14 получается 74. Ну а, следовательно, второе слагаемое равно одной части, 37. Итак, сумма чисел, то есть складываем два числа, 74 плюс 37, 70 плюс 30 равно 100, 4 плюс 7 – 11, равно 111. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.